Тема 749. Раскрашенные головы животных. Как предприимчивая англичанка превратила в товар методические пособия для арт-терапии. Арт-терапевт из Англии на занятиях с детьми раскрашивала вместе с ними искусственные головы различных животных, оленей, носорогов, крокодилов. И заметила, какими яркими и радостными становятся эти фигуры, если их просто обливать разными красками, наверное, именно так дети и делали на ее сеансах. И она подумала, почему бы не предлагать эти головы как товар. Пусть висят на стенах в домах у людей и радуют их. Ведь такую веселую расцветку не встретишь в обычном магазине. Она раскрасила несколько голов различных животных и выставила их на продажу в своем магазине на Etsy. etsy.com/shop/bespokenovstudio. На удивление, их стали покупать по цене 47-149 долларов. Чтобы еще более украсить эти фигуры, она стала прицеплять к некоторым из них разноцветных бабочек. Одна из самых популярных ее моделей – раскрашенный олень с бабочками. Продавать раскрашенные головы животных английская арт-терапевт начала относительно недавно, с 2017 года. Но за это время она смогла сделать более 800 продаж, то есть по одной голове в день у нее точно покупают. То есть не обязательно самому что-то лепить, строгать или отливать. Берете готовую форму, обливаете ее красками, чтобы она выглядела радужно-веселой, и готовый оригинальный настенный декор готов. Можно продавать.